Лето, ах, лето, лето красное, будь со мной. Именно с этих слов хочется начать программу «Коза». Здравствуйте! Сегодня мы в шоу-ресторане «Альтбир», и здесь уж точно наступило лето. И не только на улице становится тепло, но тепло стало и в шоу-ресторане «Альтбир» еще жарче, я бы сказала. Потому что сегодня здесь презентация летнего меню. Здесь очень вкусно. Наконец-то лето наступило, ну, по крайней мере, у меня в душе наступило, и теперь еще и в желудке наступит, правда? Конечно, летнее меню уже, да. Будет у нас ассортимент как прохладительных всяких всевозможных молочных коктейлей, сезонных сорбетов ягодных, салаты из помидоров, из томатов, которые поспели наши редненькие, украинские, а не турецкие, да. Будет окрошка, будет гаспачо, будет зеленый борщ с щавля, который выращен у нас. Пора такого летнего настроения, когда все пахнет укропом, сеном и зеленью, да, и это наступает и в нашем меню. Для вас с чем ассоциируется лето? Что это такое? Вот тепло. Тепло, а еще что? Радость. А каникулы наступают же летом, да? Можно не учиться. Ну, я лично очень сильно ждала этот весь год, чтобы летом отдохнуть, потому что этот год был очень тяжелый. А у тебя тяжелый был год, скажи мне? Да. Женщине быть сложно, я вас понимаю. Что любите кушать летом? Салаты, может быть. А мороженое? Да. Запускается меню шашлыков, то, что нам нравится, да, это на открытом угле. Баранина, курица, ребра, домашний сулугуни в лаваше. Много чего интересного, вкусного. И то, что организм требует после зимы, после холода. Тебе грустно и одиноко? Мы знаем, чем тебя развлечь. Самые веселые, самые жаркие бармены шоу-ресторана «Альтбир» приглашают вас к себе на поговорить, на немного выпить. Подвиньтесь все, пожалуйста, потому что сейчас я возле бара. Когда женщина находится возле бара, лучше всем отойти. Что нового у вас появится летом и чем мы можем поднять себе настроение-то? А? У барменов шоу-ресторана «Альтбир» приготовлено очень много сюрпризов, очень много вкусняшек. Действительно, коктейли получились на славу. Скажите нам, дорогие гости, наступило ли в вашей душе лето? Потому что в Альтбир уже наступило. А у вас в душе наступило, наконец? Всегда. А у вас как? Мы только вернулись из жарких стран, поэтому лето у нас уже как минимум 2 недели. Ну скажите, как путешествовали? Что ели там интересного? Кузнечиков ели. Слава богу, не нашли личинки стрекозы. Вот. Разные экзотические фрукты. Дуриан есть такой фрукт, который воняет очень сильно, но безумно вкусный. Ну расскажите, чем порадует наш Альтбир летом гостей? Как всегда, теплом. Это прежде всего. Конечно же, замечательным пивом. Самая большая летняя площадка, ресторанная летняя площадка в городе. Сегодня стартует новое летнее меню. Кроме всего прочего, винотеки стартуют по выходным дням, по воскресеньям. Развлекательные детские шоу и мастер-классы. Друзья, приходите, мы вас ждем. Восьмого июня есть уникальный шанс попасть на пробу конца сезона камбалы. То есть это будет привоз с Черного Одесского моря, как от Калкана, то есть черноморской камбалы, 3-4 килограмма, то есть свежая. И возможность попробовать эту камбалу будет у нас в винотеке. Какое время? 19:30. На 3 часа в Одессу. Много сюрпризов будет. Свежая черноморская креветка, новые настоечки от дедушки и мамин Наполеон. Everybody.
Если вы еще не запланировали свой летний отпуск, то мы знаем, куда вам полететь. А именно, полетите вместе с нами на нашем летучем корабле 17 июня в шоу-ресторане «Эльбир» вечеринка месяц по мотивам мюзикла, а вернее музыкального мультфильма «Летучий корабль». Улетим вместе!